Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 ноября. Житие преподобного Филиппа Иерапского. В княжении великого князя Московского всея России Василия Иоанновича с 1505 до 1533 года. В пределах Вологодских, вблизи обители преподобного Корнилия, появился некий отрок по имени Феофил. Он поселился у одного человека по имени Василия. Пропитание он снискивал именем Христовым. У юноши был благочестивый обычай каждый день посещать божественную службу, каждую ночь проводить в молитве, беспрестанно бодрствуя. Видя смирение Феофила, его кротость и любовь к молитве, все стали дивиться сему юному отроку. Никто никогда не видел, чтобы он принимал участие в детских играх или смеялся. О нем сказали преподобному Корнилию. Преподобный повелел привести к себе отрока. Корнилий тихо и кротко спросил юношу, кто он и откуда родом, как его зовут и где живут его родители. Заплакав, отрок поклонился в ноги святому и сказал: «Прости меня, честные отче, я не помню своих родителей, остался после них в малых летах. Сказывали мне, что они были крестьяне, а мне имя Феофил. Скитался я, питаясь именем Божиим, не знаю, как пришел сюда, и теперь живу здесь у своего хозяина. Молю тебя, честные отче, позволь мне потрудиться в твоей обители, сколько я могу». Святой Корнилий своими прозорливыми очами провидел, что он будет избранным сосудом Божиим. Он повелел принять Феофила в монастырь и поручил его ризничему. Отроку тогда было всего 12 лет. Со дня поступления в монастырь он начал усердно служить братьям, отличался великим послушанием и смирением. Около 3 лет служил он так братьям. Видя его рвение и кротость, ризничий сообщил о сем преподобному Корнилию. Все иноки любили трудолюбивого отрока. Когда ему исполнилось 15 лет, преподобный Корнилий призвал его к себе и сказал: «Дорогое мое чадо, ты вполне достоин восприять иноческое пострижение». Феофил с радостью ответствовал: «Всего более желает этого душа моя, прошу тебя, святой отче, немедли исполнить сие благое и богоугодное дело». Сам преподобный Корнилий, наставив блаженного, постриг его в иноки, причем ему дано было имя Филипп. Для духовного руководства отдали юного инока весьма искусному и благочестивому иноку Флавиану. Прежде всего он научил святого Филиппа грамоте. Господь помог своему верному рабу. В короткое время Филипп хорошо изучил грамоту и мог быстро читать книги Священного Писания. Много лет подвязался в обители преподобный Филипп, исполняя все послушания. Он то прислуживал в церкви, то работал в пекарне, носил воду и дрова, днем исполнял разные работы для братьев, а ночью молился. Особенно строго он соблюдал пост и подавал пример истинного воздержания. Братья дивились таким подвигом преподобного и стали просить святого Корнилия, чтобы он поставил у них Филиппа пресвитером. Блаженный охотно исполнил их просьбу. Тогда Филипп усугубил свои подвиги, так что иноки еще более стали удивляться его добродетельной жизни. Заметив это, Филипп смутился духом и стал скорбеть. «Горе мне, — помышлял он себе, — я уже получил себе награду от людей. Какой мзды мне еще ожидать от Господа в день судный? Нет, горе приносит мне хвала людская». Желая избегнуть славы, он вознамерился покинуть обитель и направиться туда, куда ему укажет Господь. Об этом он поведал блаженному Корнилию. Святый старец, преподав ему душеполезные наставления, дал ему свое благословение и с миром отпустил из своей обители. Преподобный Филипп начал молиться Пресвятой Богородице: «Услышь меня, скорая помощница, избавь меня от скорби, которая смущает сердце мое». Однажды ночью, когда он по своему обычаю стоял в монастыре на молитве и воспевал канон в честь Агигитрии, вдруг услышал он глас,
«Возлюбленный раб мой, выйди отсюда и ступай, куда я укажу тебе». Святой посмотрел в оконце своей кельи и увидел, что на южной стороне сияет великий свет. Он ужаснулся от этого видения и в страхе выбежал из своей кельи. «Это и есть то место, — подумал он, — которое мне указано свыше. Да будет воля Господня». Возвратившись в келью, он окончил свою молитву и долго размышлял о бывшем ему видении. Когда он утром направился к церкви, снова сподобился услышать глас: «Выйди из этой обители и ступай, куда я тебе укажу». После сего святой Филипп следующую ночь вышел из монастыря, не имея с собой ничего, кроме одежды, какая была на нем, и отправился в дорогу. Он пришел на Кубинское озеро, в монастырь Всемилостивого Спаса, и отсюда продолжал свой путь, отыскивая себе место, удобное для безмолвия и иноческих подвигов. При этом он питал свою душу такими размышлениями: «Бежим плотской жизни, как некогда народ еврейский бежал от рабства египетского. Уклонимся от сребролюбия, ибо оно корень и начало всякого зла. Да будет Господь моим водителем и наставником». Преподобный Филипп пришел на Белоозеро, в волость Андогу, стал обходить ту страну, и в лесу на берегу реки Андоги нашел одно прекрасное место, тихое и уединенное. «Все покой мой, здесь вселюся!» — воскликнул он, и обратился с благодарственной молитвой Господу. Истомленный долгой дорогой, преподобный лег под одной развесистой сосной и уснул. Во сне ему явился ангел Господень и сказал: «Филипп, здесь Господь уготовил тебе место». Блаженный тотчас же пробудился и стал молиться Пресвятой Троице. Утром на следующий день он отправился к правителю той волости, князю Андрею Васильевичу Шелешанскому. Пришедший к князю, блаженный стал просить его о том месте, где ему было видение. Князь вместе с блаженным отправился на то место и своим посохом очертил пространство от реки Андоги до Малого Ирапа и позволил блаженному здесь жить. Преподобно обвел то место рвом, устроил себе на берегу реки келейку, вертепец малый, и начал молиться Господу о спасении души своей. У князя Андрея был брат, князь Иоанн. Когда Андрей сказал своему брату о том, что в их волости поселился блаженный Филипп, князь Иоанн по наваждению дьявольскому сильно разгневался на своего брата и на блаженного Филиппа. При народе и священниках он начал укорять своего брата: «Ты пустил сюда этого человека, а у меня он не спрашивался. Вот я поеду к нему, прогоню его оттуда и не позволю ему жить там». Напрасно князь Андрей вместе со священником и народом уговаривал брата не делать зла святому человеку. Князь Иоанн еще более рассердился, вскочил на коня и поскакал в пустыню, намереваясь изгнать оттуда святого. Когда князь подъехал к Малому Ирапу, конь остановился и не пошел через ручей. Князь ударил его бичом, но конь, закусив удила, понесся обратно. Примчал князя в село, где он жил, и здесь у церкви Николая Чудотворца сбросил князя, а сам понесся далее в верстах в двух и сдох. Падая, князь ударился о камень и умер. Князь Андрей похоронил брата и отправился к преподобному Филиппу. Он стал давать пустыннику серебро на помин своего брата. Преподобный же серебра не принял, но попросил земли между ручьями, большим и малым Ирапом. Князь Андрей охотно исполнил его просьбу. Он закрепил за ним всю ту землю, приказал своим крестьянам слушаться преподобного и всячески помогать ему. С этого времени князь Андрей и многие другие стали иметь большую веру к преподобному и просить его молитв и наставлений. Блаженный поставил себе часовню и келью, а потом задумал построить храм во имя Пресвятой Троицы. Многие приходили к Филиппу помолиться в его часовне. Преподобный поучал их о пользе душевной и говорил им: «Послушайте, отцы и чада, исполним дело благое и полезное для душ наших. Построим церковь во имя Святой и Живоначальной Троицы». Слыша это, народ охотно стал помогать святому. В скором времени с помощью Божией по молитвам святого Филиппа они построили церковь и украсили ее по мере своих сил. Сам князь Андрей Васильевич пожертвовал церковь книги и утварь. Наконец храм этот был освящен, и в нем стали возноситься молитвы и славословия Господу. Вновь возникавшую обитель назвали Красноборской пустыней Филиппа и Рабского. Слава о святом подвижнике стала распространяться, и многие приходили к нему и спрашивая его молитв и назидания. Всех блаженный Филипп поучал, всем давал советы полезные, за всех молился, всех ободрял и утешал.
«Будем жить мирно и кротко», — наставлял святой всех приходивших к нему. «Любите родителей своих и почитайте их. Да сохранит вас Бог мира во всяком мире и тишине. Любовь имейте ко всем сродникам вашим, ко всем нищим и убогим, ибо они наши ближние. Вспомним, что сам Господь возлюбил нищих. Братья, не станем возноситься, но будем кротки и смиренны, ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать». Получая так других, святой Филипп усугублял все более и более свои подвиги, все время воспевал богодухновенные псалмы Давида, исполняя в точности все правила иноческой жизни. Особенно он советовал всем читать псалмы. «Внимайте, чадо, — говорил он, — что ничто так сильно не прогоняет от нас бесов, как пение песней Давыдовых». Однажды, когда блаженный стоял на молитве в своей келье, вдруг он услышал трубный звук и шум, как бы от воинской рати. Блаженный удивился, откуда этот трубный глас, ведь здесь нет брани. Между тем нечистый дух, который произвел этот шум, приблизился к святому и сказал: «Нет, брань есть, она ведется против тебя. Если ты не хочешь вести этой брани, то ступай, спи, и мы не станем воевать против тебя». Святой, сотворив молитву, оградил себя крестным знаменем и воскликнул: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым да исчезнут». Тотчас вся сила бесовская исчезла. Блаженный Филипп, видя это, воскликнул: «Крепок и силен Господь!» С тех пор блаженный еще более стал подвязаться в посте и молитвах. Лукавый сам не мог уже более досаждать ему и начал подучать на него злых людей. Они вооружились на святого мужа и хотели изгнать его от места, указанного ему Богом. Видя, что люди делали ему зло по внушению дьявола, святой молился за своих досадителей, говоря: «Не вмени им всего во грех, Господи, и прости им все согрешения». Тогда другие люди, видя его незлобие и терпение, говорили друг другу: «Вот святый человек, не помнит злобы и досады, а только молится о своих досадителях». Однажды дьявол в образе монаха подошел к келье святого и стал стучаться. Блаженный сказал: «Сотвори молитву». Дьявол же отвечал: «Ныне и присно, и во веки веков». Тогда святой снова потребовал, чтобы монах произнес молитву, но дьявол опять повторил свой ответ. Святой в третий раз приказал монаху произнести молитву, но последовал тот же самый ответ. Святой сказал: «Скажи так: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки. Аминь». Бес, услышав это, быстро исчез, как будто его полил огонь. Тогда святого Филиппа объяло раздумье. Он даже думал оставить то место, но услышал глас: «Не смущайся, раб Божий, пребывай здесь, как я повелел тебе. Тогда сподобишься лицезреть славу Божию и обретешь покой душе своей». Блаженный Филипп жил одиноким отшельником в Красноборской пустыне. Слыша о его подвижнической жизни, многие благочестивые люди, иноки и миряне с разных сторон приходили к нему ради душеспасительной беседы, прося святого поведать им, как спасти душу от греха. Обычными посетителями и собеседниками его были крестьяне Андорской волости. Блаженный с любовью поучал всех простым и кратким, но сильным и задушевным словом. Инокам говорил о трех добродетелях, дающих им власть над нечистыми духами, о нестяжании, многом бдении и усиленной молитве, напоминал о том, как жестоко и скорбно иго иноческого жития, и как жили прежние иноки, навыкшие жестоким житием и молчанием служить Богу. Мирским людям внушал любить ближних, особенно помогать нищим и убогим, соблюдать во всем правду ко всем, указывал на силу духа отцов и на слабодушие нынешних людей. Пример терпения в скорбях ставил святых мучеников и блаженных постников, превзошедших страданиями и лишениями меру естества человеческого и вечно живущих в памяти людей. Учил наблюдать за своими мыслями, помышлять о вечном будущем, а не о маловременном настоящем. На вопрос собеседника, почему мы осуждаем других, блаженный отвечал: «Кто осуждает других, тот еще не уразумел себя, не вел борьбы с самим собой». Любопытствовавшим, он рассказывал о себе, как он, крестьянский сын, еще в детстве, оставшись круглым и бесприютным сиротой, скитался, питаясь Христовым именем, как пришел в обитель к преподобному Корнилию и навыкал иноческому жительству, день проводил на службе монастырской в трудах телесных,
а ночью молился до заутренней, кладя по 100 поклонов на каждой из 18 ступеней храма. И как поселился на Иерапе? Однажды некий поселянин по имени Милетий пришел к блаженному Филиппу, прося у него наставления. Питая глубокую веру к святому, Милетий часто посещал обитель блаженного. На сей раз он оставался ночевать, остался у святого Филиппа. До позднего вечера святой все беседовал с поселянином. Наконец преподобный стал совершать свои вечерние молитвы, а Милетий, одержимый дремотой, скоро заснул. Около полуночи он проснулся и окликнул блаженного, но его не было в келье. Милетий открыл оконце, посмотрел по направлению к церкви и видит, святой с воздетыми руками стоит на коленях у церкви и молится. Руки его светились, как огненные свечи. Милетий затворил окно, стал молиться Пресвятой Троице, дивясь этому видению. Потом он рассказал о всем многим, и слышавшие стали иметь великую веру в блаженного. Так жил преподобный Филипп 15 лет в своей пустыне, ожидая блаженного покоя и отхода души своей ко Господу, ободряя себя словами: «Терпи, Филипп, мужайся и крепись». Непрестанно он молился и взывал из глубины своей чистой души: «Боже Вседержители, умири мир, помилуй и спаси всех православных христиан, подашь им тишину и благоденствие, очисти их от всех грехов. Милостив и долготерпелив ты, Господи, ждешь от нас покаяния и не хочешь смерти грешников. Велика твоя милость и беспредельно твое милосердие. И ты, милостивая Госпоже Пресвятая Богородица, скорая наша помощница и заступница, моли непрестанно за нас Сына твоего». В сие время к преподобному пришел инок из Спасо-Каменского монастыря, что на Кубинском озере. Этого инока звали Германом. Пришедший стал просить преподобного Филиппа, чтобы он позволил ему пожить вместе с ним в пустыне. «Тяжка и прискорбна здесь жизнь, братья», — ответствовал святой на просьбу Германа. «Терпение, отче, начало спасению, потерплю о Христе, сколько возмогу», — отвечал тот. С того времени они начали вместе подвязать о трудах и молитвах. Видя, как жил многоподвижный пустынник, Герман начал иметь великую веру в блаженного Филиппа. Много с ним беседовал, расспрашивал его о прежней его жизни. И все, что рассказывал ему о себе преподобный, записывал на память будущим родам. Долго еще подвязался блаженный Филипп вместе с Германом. Провидя скорую кончину, преподобный однажды сказал Герману: «Прошу тебя, любимый братья мой, не оставляй меня до моей кончины, ибо недолго мне осталось быть с тобою». С этого времени преподобный усугубил свои молитвы. Блаженная кончина его последовала в ночь на 14 ноября 1537 года. В полночь Герман, проснувшись, был удивлен необычайным благоуханием, которое распространялось по всей келье. Взглянув на ложе преподобного, он увидел, что Филипп уже предал Господу свою душу. Лицо праведника светилось необыкновенным светом. Герман, не имея сана иерейского, не мог сам предать погребению тело святого Филиппа. По воле Божией утром пришел в ту пустыню священный инок Иов. Вместе с Германом он благоговейно похоронил святого Филиппа. Таково было житие этого праведного, преподобного, богатого своим смирением и великими своими подвигами во славу Пресвятой Троицы. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала.